What's up? Меня зовут B-Boy Paul Win. Я из города Якутска. Представляю команду Йо Кутский United Vision. Сегодня я участвую на Red Bull BC One Cypher Russia 2011. Что я ожидаю? Я ожидаю то, что будет очень круто. Таких мероприятий как бы проходит не так много по России. И это хорошая возможность для бибоев, для тех бибоев, которые живут именно брейком, не просто занимаются, а живут, дышат. Для них это хорошая возможность проявить себя, показать, сделать так, чтобы попасть даже на международный уровень. Это, наверное, тоже относится ко мне, как одному из участников данного чемпионата. Что я еще ожидаю? Ну, ожидаю то, что будет очень много позитивной энергии, энергетики. И мне кажется, здесь собрались одни из самых лучших бибоев страны, России. Конечно, очень много бибоев, ну, других бибоев достойных, но все достойны сегодня. И это очень круто, то, что мы все вместе собрались, можем поближе пообщаться и все такое. Очень круто, что Red Bull прокачивает брейкинг, то, что создает такие условия для развития, то, что привозят иностранных судей, Рокс Райт, Тайсуки, Джуниор. Это очень круто. Так что большой респект и увидимся на танцполе. Всем привет! Меня зовут Крид, команда Illusion of Exist и город Ростов-на-Дону. Я жду от BC One хороших танцев, хороших батлов, хорошей музыки и хорошей атмосферы. Peace! Всем привет! Меня зовут Чирита, команда Мафия 13, город Москва. От Red Bull BC One я жду интересных батлов, а победа, будет ли она или нет, это мы посмотрим. Привет, меня зовут B-Boy Timbo, я представитель команды Predator с город Москва, танцую 12 лет. На BC One буду представлять свой стиль, буду качать, стараться выиграть. От BC One ожидаю самых крутых батлов, которые были у меня за последние годы, так как здесь собраны лучшие участники, будет жарко. Привет, меня зовут Влад, я танцую в команде BMT Crew и представляю город Москва. От этого BC One я жду, что он, возможно, будет даже и покруче, чем финал мировой. Ожидаю горячих батлов. Меня зовут Надя, я из города Новосибирска, моя команда Funky Style. Я очень рада, что я оказалась на Red Bull, хоть для меня это немножко и непонятно, как бы, как так оно случилось. Но, тем не менее, спасибо. Вот. Что я ожидаю от него, на самом деле, я не знаю. Я уповаю на судьбу. Вот, наверное, так я отвечу на этот вопрос. Все. Меня зовут Коста, я представляю команду Top 9, Санкт-Петербург. Ожидаю от BC One очень серьезных батлов. Predator's Crew. Пламенный привет с юга. Там очень жарко. И сегодня будет жарко здесь, на Red Bull BC